В начале года ответственность за ямочный ремонт взял на себя комитет городского хозяйства. Работы начались весной. За это время ямы и выбоин на дорогах заделали на 25% больше, чем в прошлом году. Комитет внедрил новые технологии. Ямочный ремонт провели тремя способами. Первый способ – это горячим асфальтобетоном. Производится фрезеровка самой ямы, подготавливается основание и непосредственно укладывается уже горячий асфальт. Если мы берем струйно-инерционный метод, это тоже один из способов, который на сегодняшний день клинатурное устройство освоил. Это с помощью нашего устройства, такое, которое мы приобрели, БЦМ. Ну и третий способ – это заливка трещин. Всего в ремонте задействовано 3 бригады. На высоконагруженных трафиком участках дорог работы идут ночами, чтобы не создавать пробки и неудобства водителям. Участки дорог, которые раньше оставались без внимания, сейчас они оперативно приводятся в порядок. Как автомобилист, я сам езжу по нашим дорогам и вижу эти изменения. Ну, хочется быть уверенным в том, что это продолжится, и новые технологии, которые применяются и в России, может быть, даже и за рубежом, они будут полностью внедряться в наш город. В следующем году объемы ямочного ремонта планируют увеличить вдвое, в том числе в планах провести работы во внутриканальных проездах, которые не ремонтировали уже несколько лет. Мариам Васканян, телекомпания АТВ.